всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Кэтмакс, как всегда очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы скачали очень крутой пилпак, называется FNAF 6 Lost and Found. Candy Cabbit. Очень интересная анимация выполнена и непривычно, что не надо было никаких дополнительных модов качать. Обычно надо куча говнища накачать. Воу, он ищет какие звуки издает? Ты кнопкой нажимаешь? Да, буква F. Нормально. Он мочит, не мочит? Нет. Хорошо, давай дальше. Egg Baby. Яйцо ребенка. Ой, блин, прикольно. Так, давайте мы так сделаем. Как-то у тебя в животе... Я не знаю, это не... Матрешка. Это мой племянник. Это матрешка. Только тебя видно снаружи. А, он тоже болтает всякую ерунду. Да. Так громко Зрика ходит. Ну, как обосрался. Анимации ноль, просто ходит. Вместо рук сосиски какие-то. Привет. Привет. Нормально, пойдет. Следующее Петро. Есть два вида. Ретро Бэйби, во. Так, есть два вида. Это ты меняешь... И обычно, стандартно. Вот, радужная. Кстати, вся такая. Здесь у нее работают ролики, она прям четко на них ездит. Вого, ничего себе скорость. Она прям какая-то читерская, да, немножко? Да, еще... она шустрая очень. А двойной прыжок доступен тебе? Она не мочит. Она не мочит. Хорошо. Давай тогда security. Ой, я ее взял тоже. Security puppet. Но она прикольная, можно нажать Ctrl, ребята, и вот так вот чпонькс, и выглядываете. Чпоньк. Прикольно. Я закрыл серию. Так, музычка начала играть, я понял, откуда это. Так, давай следующее, давай проверим, мочит она или нет, она не мочит. Starling Baby. Так, она ничего не делает, она может... О, смотри, здравствуйте, сир. Здравствуйте. Я вас убью. Ха-ха-ха, она мочит, Серега. И когда мочит, звук выстрела, да? Смотри, у меня да. Цепульбазавр такой сидит, думает, меня не убьют, не увидели. Нет, мы всех увидим и мочим. Нифига себе ты псих, от не... откидывается только. Хорошо, давай следующий. А Тарата Чика, как-то странное название очень. Она может сидеть. Татарет. Она может стоять. Она может ходить вперед. Она может ходить назад. Она может вставать невидимой. Она может вставать видимой. Она может издавать какие-то страшные звуки. Она может тпхаться. Она может не тпхаться. На какую кнопку это ты издаешь конченый звук? F. О боже. Такой противный звук, неприятный. Эй, ты чё? Так нечестно. Она бегает как обосранная, медленно очень. Отвали от меня. Так, ну что, Серега, теперь будем испытывать их. Вы должны запрятать на карте очень мощную бомбу, а я должен найти и взорвать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так что, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Всегда записываем что-то очень интересное и чекаем новые моды. Так что, если вы знаете какие-то моды, пишите в комментариях, мы их запишем. Ну, должны быть, конечно же, годные. Так, Серега, мне кажется, ты запрятал бомбу, наверное, на крыше, чтобы я тяжело туда добрался. Я так думаю. Может, я и не прав. Возможно, все возможно. Слышь, я так, это... Так, ребят, на улицу не выходим, повторяю, на улицу не выходим. Один умер, но он не вышел на улицу, он просто неправильно оказался вместе и не в правильное время. Не в то время, не в то... Слышишь, ты чё, бомж? Я думал, так нельзя. Все, я не могу двигаться. А чё со мной? Я на крышу, валить деваться. Ах ты, говно невидимое. Слышь, ты отвалишь от меня или не отвалишь?
Я буду мочить тебя бесконечно. Ты по мне не попал. 20, а бой идёт по его. Да вы меня пригвоздили, дурачок! Ребят, мне так нравится, когда я смогу избегать там по красоте, и я это сделал. Так, так, они меня ищут. И, ребят, искать его! Серега занервничал. Нормальный звук? Ищите его, он где-то здесь. А че вы пригвождатель берете? Я думал, это нечестно. В смысле нечестно? Сам сказал защищать. Хорошо, бомбу, хорошо. А, я ж бомбу должен уничтожить, точно. А ты забыл свою первоначальную миссию? Это ты виноват. Нет, ты. Не, ну ты говно, я тебе серьезно говорю, кто это сделал, ты просто нехороший человек. А он это, в комнате охранника, ребята, его пригвоздили. Да это нечестно! Честно. Ой, извини, как это Макс. Какая-то вакханалия. А может, что значит? Ого! Это вот прям. Тебе подарочек. Тут, короче, седлушка по всему залу летает. Слышишь, это читерское оружие какое-то говняное. Так. Я умер быстро в пиццерию. Отлично, наконец-то я хоть немножко отдохну. А, где знаете, почему у меня долго валить? У меня 87 тысяч жизней. А, ну понятно. А вы уже 30 тысяч, 36 тысяч вынесли. То есть, вы понимаете, Димас, половины нету. А чё ты в невидимке, кстати? Я хочу бомбу найти. Где бомба? Не найдешь ты ее. Она маленькая или большая? Она средняя. Выйди отсюда, Каркарыч. Чё ты сюда заходишь? Наконец-то, вот она тут, а! Моя маленькая бомба. А вот она, наконец-то. Я просто обыскал всю пиццерию, это было единственное место, где я не искал. Пацаны, я живой, вы понимаете? У меня 50 тысяч. Да. Вы меня не убили. Давай еще одну бомбу прячь. Тогда выходи из пиццерии, быстро, быстро. Все, вышел, вышел. Сейчас я обнулю карту. Давай. Отлично, новая пиццерия. О, я взял, короче, аниматроника, у нее 4000 жизней, и она не может вставать невидимой. И она не может стекла бить, это очень странно. И это не может. Так должна же бить, вроде же она мочила. А, она выстрелами убивает, я вспомнил. Эй, ты чё там стреляешь по мне? Просто так. Во, вот этот выстрел мне нравится. Вот так тебе будет, ты чё? Не на того вообще нарвалась, а. Все, убил! Убил Димаса! Такая бомба-то надо, бомба мне! Ну, кабак у тебя не бомба! Слышишь, какая кабака? Сам ты кабака! Я иду бомбу мочить! Где бомба? Секрет! Ты ее не прятал? Спрятал уже! Прятал? Без обид, ребят, обстоятельства. Да ты задрала! Ой, без обид, Фокси. Так, где бомба? Это секрет, который уйдет вместе со мной на тот свет. Ну, бомбу я спрятал в пиццерии, сразу говорю. Он невидимый. Где он? Где он? Я невидимый. Не ай, огонь по своим, больно. Жопа горит. Да блин, где бомба? На бомбе. Я знаю, она на крыше, я побежал. Вот бомба тут. Не иди туда, не иди туда.
слышишь? Ты чё? Ты чё делал? Ну давай, заходи. Гвоздите его, не давайте ему. Я бегу, ребят. Сейчас я Димасу покажу свою любимую пушку. Мощнее админского пистолета. Опа! Алло, Димас. Убили, да, все-таки меня? Да, убили. Сдаешься? Нет, не сдаюсь. А ты сдавайся. А нет, ну, я не сдаюсь. Бить раздал. Я не сдаюсь, я говорю. Бить раздал. Нет. Да. Мы тебя уже 10-й раз убили. На тебе за это. А это не я. Ах ты, кабака. Мочите. Ой-ой-ой. Нормально. Пойдет? Вообще отлично. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!